А перед началом данного видеоролика хотел бы порекомендовать лучший сайт для выигрыша вещей, сетов, аркан, Dotamix. Тут выпало более 6000 аркан, много сетов и морпалок, заходи и испытай свою удачу. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, и сегодня мы будем играть в Clash Royale. У меня 8 левел, вот такая вот топ-дека, вторая бочка, вторая ведьма, вторая скелетики. 8 зал, почти 6 хок, первый гигантский скелет, тогда меня на 7 уровне и стреляла тоже 8 уровня. Дальше у меня есть тактика. Пустим ведьму скорее с карты и за впереди пустим три скелета. Прикольно. Опасный чувак. Фарбол он свой просрал, поэтому мы сейчас будем пускать бочку. Нет, пожалуйста. Оп. Так, он убивает нашу ведьму. Сейчас. Оу, он убил наших всех миньонов, он похоросил нас по 1240 хп. Сейчас мы пустим. Что он такой? Давай спустим их скелета за ним. За ним ведьма. В данный момент попробуем забить скелет, добрался до башни. Там бывает сейчас мага. Наш тавр попробует расправиться со скелетами. А мы в то время опустим кого вместе с бочкой. Что, он жесткий сильно? С десятыми варварами играет против нас. Ой, вот я зря, вот это вот я зря. Без скелета надо попробовать. Давай. Хорошая бочка. О, спарки. Какой опасный молодой человек. И убиваем его с парки. И этого сейчас мы пускаем Хога, он по идее должен забрать этот тавр. Сейчас готовим завтрак на скелетиков его. Так, помню не стычку, давайте пустим близкую бочку, чтобы задефать. А не задефать, а нанести тычку и давать. Нет, они не наносят тычку. Поэтому нам придется сейчас дефаться. Очень жестко. Нет, мы не отдефаемся. Вот, блин. Жалко, что у него осталось так мало хп на башне. Так, давайте возьмем место. Вместо запа, наверное, возьмем фарбол. Правда, у меня 4 левела. Попробуем такой тактикой сыграть пока что. Давайте бой. Так. Тут же распускает. Мы сделаем вот так. Ой-ой-ой. Какой опасный. Ну, сейчас мы должны... Фига себе там лучница наносит. Деф от нас сраженный. Да, Хок, молодец, 2000 доздал. Стрелы. Атаковать. Оп.
Вот так вот делаем. И дефаем его с миньончиков. Еще, наверное, сейчас нанесем дамаг по правой башне, да. Ой, по левой точнее. Он выпускает ведьму. Ну, потом зап. Даем. Ладно, ведьму убивай. Хорош. Так, готовим хога вместе. Со стрелами. Нет, с пачкой давайте. Берем стрелы. Убиваем его миньонов еще. Не вовремя, конечно, он это поставил. Тычку нанесли все-таки. Так, выпускаем скелетов. Вон эликсир у нас. О, у него есть блин. Молодец, пацан. Ой, да зря. Бам. Бей. Что-то это мне не нравится. Нет, бро, у меня... Тот наносит много дэмэджа. И мы сейчас... Давайте сейчас удефать. Допустим, хога. Стрела. И фарболом сейчас добьем вышку. Он нам тоже снес ее. Но он... у нас сейчас предстоит очень жесткая борьба. Очень жестокая борьба. За вторую вышку. Ну или ничего. Так, получается, мы убиваем его миньонов и кидаем хогу, он несет вместе с миньонами. По идее, если он их не законтрит, нанесут очень много дэмэджа. Миньон сам стреляется. Получается, скидаем стрелы. И фарбол, наверное. Сейчас скинем. Кидаем вот так. Там зап. Кидаем хога. Он свой в 5 ведьм кидает. Конец сражения скоро. Фарбол. Так. Тут опять ничья. Короче. Попси. И жертвуем фарбол. Давайте еще раз бой. Желаю нам удачи, мы пишем спасибо. Так. Да. У него есть гончая. Делаем вот так вот. Таким вот образом. И сейчас будем выпускать вот тут вот пардон. Ух. Сносим его практически всю вышку. Парку. Мы готовим стрелы и кидаем стрелы. Так вот. Так, зад готовим. Бан запомнил миньонов. И сейчас будем... Давайте попробуем. Давайте следующего раунда... Перед следующим раундом я... включу музыку. Так, хоп, у нас, по идее, должен нанести хотя бы одну тычку. Да, он нанесет тычку. Фармбол кидаем. Кидает он к Робби. Она не помешала кинуть бочку. Он кутрит нашу бочку стрелами и... Так. Кинем без скелета. Ну,
Это очень быстро. Так, лава рассыпается. Отлично. Давайте еще немного. Так, сейчас мы нанесем поезд. Левой башни. Пойдем в бочку. Оп. Пиво. Стрела. Дама двух. Сейчас у нас остается один живой миньончик. Ай, сносит наш тавр. Так, давайте попробуем снести его и сюда кидаем скелетиков. Давай, 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 давай. Сносим, сносим. Хорош. Так, молодец. Снос тавр. Сейчас будем выпускать сюда скелетов. Выпускаем смело. Запускаем три скелета. Сейчас будем выпускать свою лаву, наверное. Да, вот он выпустил лаву с левой стороны. А мы сейчас снесем. Потому что сейчас берется. Пишем удачи. Смеемся над ним. И давайте сделаю музыку хотя бы, потому что как бы без музыки. Из Clash Royale как-то не весело играть. Вот, сейчас я сделаю потише немножко ее. Так, думаю, хватит. Так, интересно, какая будет мне так, на самом деле. На арене. Я это клон спел, походу. Так, потому что на восьмой арене еще не был. И у нас почему-то это не заклинание, надо исправлять. Давайте возьмем зеркало, что ли. Это запа, наверное. Давайте попробуем. Музыку включил, чтобы поинтереснее играть. Спустим армию скелетов, потому что нам нечего делать. Смотрите, какой молодой человек. Хитренький. Накоплен бац, со стрелами. Барбара сейчас все помирает. Сейчас кинем бочку. Хога плюс бочка. Мы этот бой, скорее всего, проиграли. Девятое меню, девятый раунд, я вообще. Это играем. Бац. Бочка. Нет, не хоп, бочка. Кидаем хога. Наверное, сейчас будет дефать. Или нет? Да, дефал. Но хог сейчас нанесет. Давайте еще одну птичку давай. Хорош. Такой. Наверное, немножко кинули бы. Так, зеркало мы еще ни разу не знали, да? Минечко впускаем. Думаю, тип контратаку. Пока что мы в плюсе. Так что, да, мы
сносит Таврус, наверное. Давай, давай, хорошо. Такой, допустим, армию стреляет, потому что... И тут фарбол. Фарбол? Оп. Делаем. Больше тут сейчас. Ним. Блин, хо-хо-хо-хо-хо, нет. Давай, мы сносим тавр, мы молодцы. И сейчас будем идти на второй тавр, потому что на 30 будет идти не вариант. Корона имеется в виду. Вообще, как по мне, не вариант, поэтому найдем на 2 звезды. Попробуем, по крайней мере. Вот. Берем, кидаем. Давай, 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 хок. Хок красовало. Хок у нас сегодня тащит. Он молодец. Надо выпустить нам скелета. И это будет бим. Нет, Хок сейчас 6 левела, но нанесет много урона. Если мне хотя бы одну тычку нанес. Тоже очень мало. И давайте мы сейчас будем носить контратаку. Давай, 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 давай. Миньоны. Миньоны, давайте. Давай, 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 хоп, хоп, хоп. Нет, хоп уже не успеет ничего сделать. И мы на этом, наверное, будем заканчивать. Будет заканчиваться у нас ничей. И вот так вот у нас получилось сегодня поиграть. Ну что ж. Турнир я уже играл. В следующем видео, наверное, попробую поиграть. Или он закончится. Да, он закончится, наверное, уже. Видео, наверное, будет завтра. 8 или 7 часов, наверное, да. И мы попробуем сыграть с лавой. Первую колоду. Давайте поставим колоду с лавой. Раньше эта дега стояла у моего друга, точнее, эту дегу взял мой друг. Нет. И... Что там еще было, я не помню, дракончик, по-моему, был. Вместо стрел там, по-моему, стоял этот. Как он называется? Давайте попробуем один раз вот такую колоду сыграть, и потом, наверное, точно, скорее всего, буду заканчивать. Так, лава у нас есть уже. По-моему, мы пускаем с края карты. Так, лаву мы выпустили. Вот это подкинули. Вот, да, вот так. И надо контакт не делать. Делаем вот так. Оп. Сейчас покажу, как лава будет наносить очень много демеджа, если не закончится. Делаем это. Вот так. И посмотрите, какой демедж наносит щенки адские. Просто очень много демеджа. Всех юнитов. Сейчас он опять будет выпустить свои хоров вместе с холмом, и поэтому готовим огненный шар.
орган есть теперь и в пидорка другу. Окей, дай, в устах бы налечено. И мы начнем за скуп. Че трависа, ай, брат. Да мы рулем уж гадчи, антре мной барья. Порубай, ты рубай, ты рубай. До супеля ма. О, героина. Оп, оп, героина. О, героина ма. Он бац. Давай, 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 пожалуйста, 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 пожалуйста. Спасибо, хорош. Блин, ну что, снесет нас на 3 короны? Да, все, выиграли. Ну, мы не расстроимся, я буду завершать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Тима. Увидимся завтра. Пока-пока, ребята.